Сегодня у нас в гостях первый заместитель министра культуры Красноярского края Татьяна Веселина. В Красноярске возобновился фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Об участниках фестиваля, его программе и перспективах в сегодняшнем интервью. Татьяна, у нас в Красноярске знаковое событие. Снова возобновляется фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Его не было, если мне не изменяет память, 1795 год, по-моему, последний раз. Проходил такой фестиваль. По-моему, всего был два раза. 93-й и 92-й. 92-й. Да, ровно 20 лет назад стартовал первый фестиваль азиатского региона. То есть мы вот в этом году, можно сказать, юбилейно возобновляем его, да? Да. Интересно, во-первых, с какого по какое и сколько стран удалось собрать? Третий Красноярский международный музыкальный фестиваль. Третий, стран... да, он не первый, все-таки третий. Да? Красноярский международный фестиваль стран Азиатско-Тихоокеанского региона стартует официально с 29 июня и заканчивается 3 июля. Но, несмотря на это, у нас уже сейчас идут ряд проектов, которые в рамках фестиваля, например, «Интерпленер» — это художники из 6 стран, Корея, Япония, Китай и так далее, поехали в поселок Шушенска, они там рисуют с натуры. Первая выставка еще в неофициальном режиме, но уже стартует. Вторая в доме музея Сурикова — это выставка Государственного музея Востока. Угу. Уникально, она впервые приехала в Красноярск. А вот уже 29-го на главной площади перед большим концертным залом будет уникальное действие с участием всех 19 стран, которые приехали. То есть 19 стран? 19 стран – это рекорд, притом, как говорят, рекорд общероссийский. В первые два фестиваля было 12, соответственно, 15 стран, в этом году их 19. Это кто? Ну, это вся Азия. Восточная, юго-восточная, южная, центральная. Ну, это такие экзотические страны, как Бангладеш, как Таиланд, как Вьетнам, как Китай, Корея, Мексика, Австралия и ряд других. Вот, мне вот, интересно, вот, так, как вот, Мексика, Австралия соотносятся с... Тихоокеанским. Они соотносятся, они попадают в этот регион. Ясно. Да. Я даже слышал, что американцы будут, да? Да, и американцы. Притом, Мартин Пьецух, который к нам приезжает, знаменитейший дирижер, он знаковая фигура, потому что на всех фестивалях до этого он был почетным гостем. Это уникальный дирижер, поэтому эта связь... Вообще, знаете, первые фестивали, когда мы прошли, очень много культурных и социокультурных связей осталось, и они продолжались вот эти 17 лет. Поэтому фестиваль, он не только знаковое, яркое событие для горожан и для жителей края, это еще и возможность дальнейшего культурного обмена, сотрудничества. Поэтому его уровень и характер... Не только праздник, не только сценические площадки, не только там искусство, которое мы дарим жителям, но еще и долгосрочные перспективные проекты какие-то. То есть с большим прицелом? Да, конечно. Мне интересно, какие направления искусства будут представлены? То есть насколько широк разброс того, что будет представлено? Тоже очень важно и инновационно в этом году подошли к концепту фестиваля и диапазон сделали широчайший. От классического академического искусства до фольклорного творчества, до этники. С вкраплениями современного экспериментального искусства. То есть диапазон настолько широк, что любой желающий найдет для себя нишку, куда пойти. Или он идет на классический балет, или он идет на экспериментальный театр «Донг», который в Тюзе делает постановку «Гоголь ревизор», но в совершенно новом уникальном прочтении. А это откуда театр? Корея. Это у нас Республика Корея. Если человек хочет увидеть инсталляции пабликарт, проекты какие-то, он приходит на центральную площадь перед БКЗ, посмотрев налево, он видит уникальную инсталляцию «Пусть цветут все цветы». Она у нас 29-го стартует. Посмотрев направо, он увидит огромный 12-метровый лотос, приехавший к нам также из Кореи, который символизирует гармонию и красоту, и искусство, и творчество. Очень много выставок фото, очень много выставок художественных и очень много, естественно, классики и народного творчества. Вот это вот в таком переплетении, в соединении, ну, богатство стилей, жанров, видов. Поэтому вот любой желающий для себя найдет
куда пойти. Мы посчитали, в среднем примерно 7-8 мероприятий в день проходит за фестивальные дни. Ну, правда, успеть на них практически нереально, на все. Постарались сделать график таким образом, чтобы люди могли с одного мероприятия плавно переходить на другое. Они идут так в течение 1,5 часов с получасовым перерывом, так, чтобы люди могли перейти. Все они в основном дислоцируются в центре, ну, помимо театра юного зрителя и торгового центра Красноярья, где будет проходить 30 числа массовая открытая концертная площадка. И, соответственно, вот так вот от площадок, от музыкального театра, в театр оперы и балета, в большой концертный зал, в малый концертный зал, в залы Академии музыки и театра, во все художественные музеи, вот так вот, вот курсировать и наслаждаться. Где-то, к сожалению, наложения будут, но неизбежно. И тогда человеку надо просто заходить на сайт или флаера брать в дирекции, волонтеры раздают, или подходить к афишам и видеть, как много мероприятий, для себя определить все-таки последовательность или участие в том или ином мероприятии. Но приехали только музыканты, только выступающие или гости в том числе приедут? У нас очень много, в том числе и почетных гостей, как федерального, так и международного уровня. Это либо продюсеры, либо директора или главные редактора серьезных журналов, пишущих о культуре, об искусстве. Ну и, естественно, это различные дипломатические связи, которых мы ждем. Это уровень послов, уровень дипломатов. Ну и так далее. Поэтому много гостей, но в первую очередь нам важна, конечно, творческая составляющая. Свыше 300 человек приезжают к нам со всех стран. Что очень важно, есть специальные молодежные проекты. Для нас это очень важно. Это «Молодой балет Азии» и это камерный молодежный оркестр. Откуда? Детки, которые обучаются в России сейчас, но приехали из разных стран Азиатско-Тихоокеанского региона. И Корея, и Китай, и Сингапур. Такой интернациональный сборный оркестр. Интернациональный сборный. Это уникальная акция, потому что мы тоже делаем ее, ну, так скажем, концерт с колес, да, это называется. Когда приезжают студенты различных училищ, например, хореографических, да, или музыкальных, и в режиме плотном отрабатывают несколько дней, репетируют либо балет, либо оркестровые свои произведения, и вот это все показывают зрителю. Будет проходить все на закрытых площадках все-таки, потому что вы называете, да, и театр оперы и балета, и театр музыкальной комедии, точнее, музыкальный театр теперь это называется. То есть это все-таки закрытые сценические площадки. Открытые сценические площадки будут? Конечно. Смотрите, у нас в равных долях, наверное, и открытого сценического пространства, и закрытого. Естественно, основные уличные мероприятия, они связаны с тем, что горсовет города Красноярска принял решение перевести День города, и их празднование выпадает в том числе и на один из фестивальных дней, поэтому масса открытых уличных площадок, куда гостями заходят представители нашего фестиваля, от торгового центра Красноярья, на театральной площади у театра оперы и балета, на площади перед большим концертным залом, и на всех площадках, такие как Авеню, педуниверситет, вот все, что Памира точечно обычно работают, площадки, там нас можно будет увидеть. Это все тоже отражено в программах и на сайте. Ну, помимо того, что на сайте ежечасно будет обновляться информация, будут выкладываться фотографии, видеоотчеты, то есть можно в режиме такого онлайн-доступа все это видеть тоже. Это все будет по билетам, это будет платно или все-таки вход будет свободный? Понятно, что, наверное, открытые площадки, это скорее всего будет свободные. Все уличные площадки, это, естественно, свободный вход. А вот театральные? Все закрытые театральные, филармонические площадки и музеи работают по билетам. Но для того, чтобы зрители смогли посетить как можно больше концертов, цена билетов, ну, более чем демократичная, от 50 рублей. Максимальная цена билетов, и то очень дозировано, это 700-800 рублей. Ну, на какие-то очень знаковые спектакли, такие как «Жизель», «Садко». А средний ценник билета 150 рублей. Поэтому, как пример, могу привести легендарную группу, которую Шакти. Мы привозим. Да, Шакти. Да. 3 числа в 19:00 в Большом концертном зале приезжают, ну, впервые за много лет в Россию, притом в звездном составе, с
во главе с Джоном Маклафлином, да, да, входящим в 100 лучших, в список 100 лучших гитаристов, да, мира. Это реально так, и он везет, как, он везет вот, легендарную составляющую, которая на самом деле будет доступна от 50 до 150 рублей. Да вы что? На Джона Маклафлина можно сходить за 50 рублей. А что, билеты еще есть? Билеты есть. Мы специально взяли такую большую площадку с тем, чтобы люди могли максимально включиться в этот интеллектуальный микс рока, джаза и этники. А во сколько начало концерта? В 19 часов. Вот вы знаете, все-таки вот здесь я бы хотел немножко прервать на что. Понимаете, 19 часов, вот, на мой взгляд, всегда не очень удобно начало для концертов. Вот это, кстати, между прочим, как заместителю министра культуры. 19 часов люди, представляете, что в 6 часов люди заканчивают работу и час в пробке. Да, доехать до места иногда порой не получается. Если бы была возможность переносить концерт чуть попозже, я думаю, что билетов было бы продано гораздо больше. На 20-21 час, я думаю, совершенно нормально, лето на улице. Дело в том, что программа фестиваля начинается с 10 утра и заканчивается 2 часами ночи, и везде мероприятия. Поэтому мы понимаем сложность, поэтому надеемся, что работодатели в этот день просто отпустят на полчаса пораньше всех, кто едет на эту легендарную. На Джона Маклафлина. Да, да. Ну, еще в НСМА же приезжают? В НСМА тоже является подарком и города, и края горожанам. Она будет работать в сопровождении с нашими солистами и нашими музыкантами. То есть это бесценный опыт и для наших То есть это будет полностью артистов. Живой звук? Это не... На всех площадках 100% живой звук. Это... хороший тон хорошего фестиваля. Поэтому мы слышим только живой звук, только живое исполнение. Притом мы же понимаем, да, экзотика стран Азиатско-Тихоокеанского региона, она базируется на пластике, она базируется на шикарных костюмах, движениях и на ритме. Поэтому у кого-то больше, ну, превалирует классика, у кого-то ритм. Например, японские барабанщики, да, у нас вот приезжают. Я хотел сказать про японских барабанщиков. Да. Про него хотели сказать все. Я просто к чему. Дело в том, что всего один концерт запланирован, и, насколько я знаю, вот на него-то билетов уже точно нет. Не было точно в первый же день, когда поступили они в продажу. Я знаю, что обращались и просили сделать второй концерт. Мы, опять же, из-за плотного графика, ну, около 60 мероприятий. Я говорю, да, что график плотный, поэтому решение принято, и концертные номера японских барабанщиков можно будет увидеть в большом концертном зале. Там будет очень шикарный, на мой взгляд, концерт. Это свод всех фольклорных коллективов стран Азиатско-Тихоокеанского региона. А нет таких планов, например, наиболее понравившийся коллектив уже потом впоследствии сразу же здесь договориться и пригласить уже с большими гастролями, допустим, к нам сюда, в Красноярск? Есть, однозначно. Мы будем смотреть, мы будем очень чутко реагировать на зрителя. Мы для этого разработали систему такого мониторинга внутреннего. И чем больше будет зрительский интерес к тому или иному проекту или коллективу, тем больше у нас будет возможности вести с ним переговоры. Не удалось привести японский театр Кабуки? Не было желания привести? Желание было, но я думаю, нам надо оставлять что-то на... То есть не надо все сразу же... Конечно, конечно. То есть фестиваль будет продолжаться? Фестиваль уже официально при поддержке и Министерства культуры, и Министерства иностранных дел Российской Федерации под патронажем губернатора. И мы получили одобрение у бывшего президента Российской Федерации Дмитрия Анатольевича Медведева. Он дал поручение, и мы работаем вот в таком очень хорошем представительском уровне в плане поддержки. Этот фестиваль признан одним из лучших, и его перспектива развития тоже признана одной из долгосрочных. Поэтому раз в 2 года мы будем привозить и полюбившиеся коллективы, которые, ну, станут постоянными гостями нашими. И, естественно, будем обновлять новые имена, открывать зрителям, показывать новые формы, виды. И все глубже и глубже постигать культуру других народов, тем самым понимая что-то о себе. Сегодня о фестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона мы беседовали с первым заместителем министра культуры Красноярского края Татьяной Веселиной.